уходящий год лошади ведущий программы «Утро на Енисее» Габриэль Арма пожелал проводить символично. Сегодня я нахожусь на конном ипподроме, потому что исполнится мое новогоднее желание. Именно сейчас я научусь кататься на коняшках. Познакомься, Габриэль. Коняшку зовут Альвира, тренера Юлия. Кому-то нет. Попробовал, можете понять, нравится ей или нет. Знакомство состоялось. Альвира отнеслась к телеведущему благосклонно. Меняю свою лошадку на эту. Первое задание – правильно сесть на лошадь. Первый раз сажусь на лошадь, так что, ох, я так левую ногу. Да. Что-то она... Небольшая растяжка нужна. Не, она есть просто. Да, ну, одежда не как бы совсем специализированная для данного вида спорта. И за что я должен... Вот, да, за заднюю часть седла. Держимся хорошенько, отталкиваемся. Отлично. Все прошло отлично. Первый раз, как... Самый сложный. А для того, чтобы лошадь пошла вперед... Нужно... Пошли. Отлично. О. Только нужно помнить, что лошадь все-таки это не хомячок, и поэтому не нужно бояться к ней прикасаться, что это доставит какие-то неприятные ощущения. Раз, два, раз, два, раз, два. Не встаем тоже. Да больно, кое-где. Не надо наклоняться вперед. В манеже, как оказалось, тоже существуют правила дорожного движения. Те всадники, которые едут налево, имеют преимущество. Их все должны пропускать. И теперь сделаем вольт. Вольт – это круг. Вот сейчас вокруг меня мы делаем круг. Ну, такой, не очень ровный круг, но, по крайней мере... Ну, для первого для раза. Для первого раза это очень хорошо. Габриэлю прекрасно удаются все упражнения. Езда рысью, повороты в разные стороны. Остановить лошадь ему не составляет особого труда. Осталось освоить галоп. А прыгать как? Вы же не вот сказали. Так. Сидим в седле плотно. А, сидим? Да, просто плотно сидим в седле. Чуть-чуть плечики назад и выше нос свой. Не лошади. Не вешать нос. Да-да-да. Гордомордей. Переводим шаг. Чего? Как в детстве. Как в детстве, дорогие друзья. С забора спрыгиваем. Опа, отлично. Молодец. На этом наше занятие закончено. Теперь мы должны лошадь поблагодарить за это занятие и угостить ее какими-нибудь лакомствами. Коллективно, ну что, большое тебе спасибо, что исполнила мое новогоднее желание. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Держи немножко вот вкуснятины тебе.